Всем привет, народ, с вами Алекс, мы продолжаем играть в The Crew 2, и сегодня мы отправимся на гонки, которые мы вчера не прошли. Ну, вчера. Для меня вчера, для вас... А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик! Позавчера, наверное. Я не помню. Блин, почему мне постоянно этот Ford полицейский выбирается? Ой, Ford Dodge, если я на нем не катаюсь. Так, ладно. Не столь важно. Кстати, возможно, нам сейчас придется на нем ездить, потому что у нас здесь... А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Что-то такое не пройдено, не выполнено. Статус 2. Итак, у нас есть Rally Cross и Touring Car. Знаете, я бы такое, что, наверное, начал бы с Rally Cross. Я так подозреваю, что сейчас мы его пройдем, и у нас появится новый после него. Rally Cross у нас 200... 18. 218. У нас что-то, походу, заряженное. Агентство. Окей. Нифига я быстрый. И что это было сейчас? Почему была заставка? Я просто не знаю, у нас все заряжено или нет. Ну, смотрите, что-то еще есть. А что это такое? Неровность, это я ставил? Нет, тут все подряд стоит. Это не я ставил. Ну, в смысле, ставил-то я, но не для бонусов ставил. Я просто навтыкал все, что есть. Так. Нитро и... Неровность. Давайте неровность. Там хоть и оффроуд написано, но вдруг оно будет работать по пересеченной местности какой-нибудь. Так. Ситроенчик. Блин. Сейчас придется еще раз зайти. Там у пилота что-то появилось. Ого, неразделенных сколько? Стоп, а что у нас было? Задняя тяга. О, неровность, кстати. Давайте уклонение сделаем, потому что у нас там будут деревья. Так. Наверное, это поставим. Так, здесь что у нас? Дрифт, дрифт, аэробатик, экстрим эйр рейс, монстр трак. Даже не знаю, что сюда ставить. Давайте сюда. Так, здесь единичка, удачливый. Мне просто нужны запчасти, поэтому пусть будет так. Ой, что снизу было? А, лайф награды. Просто у нас, по-моему, такой же значок, это была неровность на дороге. Ну ладно. Так, я сейчас сюда не заеду, а зайду. Почему? Потому что у нас здесь две гонки. Во, как-то так. А то думаю, что там за загрузка была, непонятно. Агентство. Так, нормально, не пройдено, отлично. Ну чё, я готов так-то. Я даже не знаю, что здесь делать, потому что мы на ралли-кроссе здесь еще не участвовали. Угу, а здесь у нас сейчас бонусы будут. Ну, поехали. Слушайте, по-моему, мы здесь уже ездили. Да, уже на секунду подумал, думаю, блин, неужели снова не заберу? Блин, надо было прыгать, забирать их. Бонусы эти. Их тут валом просто. Я там половину пролетел мимо. Куда едем? Ах ты, блин, не смог прыгнуть. Слушайте, реально, ничего мы тут ехали. Ого. Или мы на этой же тачке? А, мы на бэхе, по-моему, ехали. Точно. По-моему, мы ехали здесь на бэхе. По этому же маршруту. А хотя нет, он видоизмененный какой-то. Или нет. Короче, я не знаю. Нет, это тот же самый маршрут. Угу. Я бы не допрыгнул до того знака. Офигеть, фиг объедешь. Слушайте, реально тот же самый маршрут.
Странно на самом деле. Единственное, что он ночью, мы тут на бэхе ездили. Стоп, а может, мы вообще не проходили? Я просто не помню. Я помню, что мы ездили на бэхе тогда, когда был ограниченный доступ у меня. Кстати, в комментах на том видосе до сих пор пишут, как я накрутил там денег и так далее. Я же, по-моему, в видео говорил, что мне дали разрабы, так сказать, на моем аккаунте вот такую возможность деньгами пораскидываться. Это не взлом, это ничего, и так сделать нельзя. Даже если я так не могу сделать. Это, так сказать, единоразовая акция. Ну, не единоразовая. Такое уже было. Просто это на видео не было ни разу. Так вообще такое уже было, когда разрабы давали какое-то время так погонять. Так, 69%, значит, неплохо. Блин, ну мне кажется, немножко все-таки, наверное, изменили, но не прям. Мы тут точно ездили. На самом деле очень странно. Блин, надо было справа все собрать. Мы, наверное, реально на бэхе ездили. На чем-то ездили, но она светится как непройденная эта гонка. Соответственно, значит, мы проходили на чем-то другом. Ну да, и финиш тоже тут. Прикольно. Прикольно, но странно. Реально странно. Наверное, класс другой. А может, на мотке проходили? Хотя нет, на мотоке было бы сложнее. Помню точно, что на тесте это было на бэхе. А потом на чем это было? И вообще без понятия. Че, две запчасти, что ли? Ну, это смешно, если честно. Две штуки. Капец. Так, давайте тюнить. Транспорт, мозги. Угу. Ну, там в любом случае лучше, чем обычная зеленка. И не важно, что оно означает. Слушайте, что оно светится? Я же поставил. Интересно, следующее появилось на карте или нет? Я офигею, если ничего не появилось, потому что должно было появиться. Прикинь. Ладно, Touring Car, поехали, почему бы и нет. Посмотрим, что оно такое. Так, V296. Если у нас сейчас будет Фордяк F150, то нормально. Да, нормально. Сойдет. Только не помню, у него полный тюнинг или нет, но... Он точно прокачанный. Я просто не помню, после последней гонки мы на нем ставили запчасти или нет. А может, мы эту пройдем и новая появится? Короче, я не знаю. Странная система. Мне кажется, это тоже то, что мы уже видели как-то разочек. Прям уверен в этом. Интересно, сколько здесь набрать можно? Потому что здесь просто куча ящиков, куча трамплинов. Не знаю, сколько плакат дает, наверное, нормально. Потому что можно прям фига себе, что за тормоз был. Причем не то, что фризануло, а тачка просто замедлилась. Это знаете как? Блин, когда чего-то не хватает, или процессора, или видеокарты, по-моему, процессора. Игра просто идет медленно. Сейчас было именно это. Ой, я очень странно прыгнул. Не вижу куда. Отлично. Дальше на трамплин. 50%. А, это место я помню. По-моему, мы еще будем где-то по стоянке проезжать. Но я могу ошибаться. Или могу проехать, если честно. Ого.
Приветик, Фурик. 66%. Блин, по-моему, где-то финиш был уже здесь. Ну что-то нам нужно ехать как бы дальше. Плакатик. Да, на плакат нормально накидывают. Поехал прямо. Блин, по-моему, столько еще не набивалось. Там типа гонок. На самом деле можно было спрыгнуть и сразу выйти направо и прыгнуть еще раз, да? Ну, нормально, в принципе. Ого, это было больненько. На самом деле проехали нормально. Хороший результат. Не супер, но как для меня нормальный. Прыжок 1700 метров, что-то там X61. О, голубые детали, три штучки. Так, давайте тюнить. Что у нас тут есть? Прям подряд три запчасти дали. Так, здесь ничего нет. Да, значит, все установлено. Или нет? Давайте уже допроверим. Угу. 298 теперь. Отлично. Слушайте, ну неплохо. Если тут сейчас ничего нет, а тут ничего нет, я предлагаю зайти в... Черт его знает куда. Потому что не знаю куда и как. Давайте просто нажмем Escape и посмотрим. Так, по-моему, миссии... Так, саммит. Меня потихонечку спускают. Агентство. 80%. Так, у нас есть нормально. Нормально, нормально, нормально. Ага, то есть видите, все-таки это новое. Потому что, ну, смотрите, было три этих и два на мотоке. Вот два новых появилось. И другие три еще должны доделать. Так выходит? Да, take two. Называется. А логотипы такие же? Не, логотипы другие. Ну вот здесь мы начинали тогда. На чем-то 280 на 80. Наверное, стриткар, судя по всему. Да, стриткар, тут моток был. А здесь получается туринг и ралли-кросс. Вот вам и разница. Мировой рекорд 539 тысяч. Слушайте, а среди друзей сколько? 66. Что же они на мировом рекорде делали? Интересно, как они вот конкретно в этой гонке налупили 539 тысяч. Как это работает? Вообще непонятно. Жестяк какой-то. Просто жестяк. Live Battle, штаб. А они еще есть? Live Battle у нас. Посмотрим. Хм. Давайте зарегаемся, почему бы и нет. С живыми игроками. Можно и прокатиться. Что за гонка? Столкновение движения только для машин. Street Race. Юг Лас-Вегас Стрип. Один игрок найден. Отлично. Максимум для всех уровней характеристик. Моды... Чего? Моды неактивны? Моды неактивны? Что за моды? В игре нет модов. Или моды это то, что... Типа вот эти вот очки персонажа и то, что можно сделать так, чтобы запчасти давали прирост помимо уровня. Дополнительный, да? Так, у нас время идет на поиск, но оно идет вверх, а не вниз. И непонятно, начнем мы гонку или нас выгонят. Давайте до минут 30 жду. Если нет, то нет. О, отлично. Три игрока. Только сказал, сразу нашли.
Бэха, моток, катер, чего? А, это на чем приехали в гонку. Так, а что, собственно, выбор? Ёпта, чё я нажал? Я не знаю, что это было. Голосовать. Майами Райт. Так, от области залива до Калифорнийской долины. Вот это хочу. Название интересное. Просто длинная гонка по названию. Если бы карта была еще. Майами Драйв видно. А, Майами Райт. Видно, никто не хочет. Так, что у нас есть? 365, 368 GTR. 364 кушетка. Кстати, управляемость эксперт на кушетке. Блин, я не хотел на Мустанг ехать. Ну ладно. Я думал уже кушетку выбрать, чтобы как-то хоть смотрелось. Но это нормально, что там Феррари и суперкары, вообще-то. Ой, нифига, он меня пропустил с мелоночкой, все дела. Почему я такой быстрый? Ага, ненадолго. Слушайте, по-моему, это Феррари из более жирного класса. Из суперкаров, вам так не кажется? Потому что нифига он деревянный. Или это я деревянный? Он ехал в стеночку. Жаль, нельзя траниться. Кто-то так интересно заехал бы в меня. Блин, какая-то фиговая гонка. Ну да. Позиции не верстать. Да что ж такое, эти отбойники. Второй раз влетаю, потерял все позиции тупо из-за отбойников. 10 секунд. А так все хорошо начиналось. Шел первый. Мустанг? Или что? Да, Мустанг. Минус один. Вернул хотя бы одну позицию. Это уже хорошо. Хотя бы не последний. Так, вон кто-то летит медленно. Нифига не. Едут как в андеграунде втором. В стеночку. Давайте так же. Нифига. То есть он не поворачивает, а потом из поворота его еще нужно выдернуть, потому что его начинает заносить в итоге. Они прям близко. Я их так прям активно догнал. Мне кажется, что их могу обогнать еще. Джимми какой-то. Джимми Картер. Опа, минус один. Но он сейчас выползет здесь. А нет, восстановился походу. Слушайте, ну учитывая, что все одинаково едут, скорее всего запчасти, вот как я и сказал, одинаковые у всех. Типа 280, если можем себе позволить, то они 280 и стоят. Интересно, где первый? Потому что первый вообще не видно. Первый просто исчез. Ого. Чё-то я как-то неудачно заехал в стену. Но, кстати, нас уже никто не догоняет особо. То есть у меня, если бы тогда не начал врезаться, походу были бы абсолютно все шансы на победу, я так понимаю. Лучше, наверное, готовили на кого-нибудь ехал. Плохо фордяк управляется. Но едет хорошо. Едет очень бодро. Кстати, я, по-моему, догоняю потихоньку. Или он тупит, или я так хорошо еду. Самое интересное, что я его догоняю и перестаю догонять. Такой раз на определенное расстояние догнал и начинаю тупить сзади. А первый уже финишировал. Офигеть, слушайте, ну первый прям бодренько пролетел. Первым, получается, вряд ли был бы. Но вот вторым вообще было бы изи, походу. Если сейчас будет еще одна гонка, будет отлично. Если это всего одна, то как-то
слабенько выходит. Последняя, походу, на помещение. Нифига я остановился. Правый shift дальше. 280, это всех 280, да? Я что-то последних двоих не посмотрел. О, запчасти даже за это дают. Слушайте, так нормально участвуют, запчасти дают. Прокатился с живыми игроками, получил запчасти. Че, всего одна гонка? А, нет. 260, у меня левел почти самый низкий, он у Леонардо только ниже, чем у меня. Надо будет тачку поменять. Так, восток центра от области залива до Калифорнийской долины. То же самое. Восток центра Лос-Анджелеса. Так, что выбрать? 368. Блин, нифига себе, 1100 сил. Давайте на ГТРе попробуем. Не знаю, кто на чем поедет. Паршак, Феррари. Древний Паршак, Беха новая, Мерс и Мерс. Что тут Мерс тут делал? Он же тоже как бы по уровню не подходит. Или любая тачка с 280. Или как? Я офигею, кстати, если любая тачка с 280. Тогда можно тупо драгстер брать какой-нибудь. Слушайте, ну как ГТР тронулся, походу... Фордяк был пободрее. Ого, слушайте, ГТР-то тоже деревянный. Я думал, Фордяк деревянный, а ГТР тоже деревянный, оказывается. Рэпер полетел куда-то. Ого, дальше поворот. На карту надо смотреть. Как ее там увеличить? X? Z? Нет, нифига. Кстати, этот гонку попроходил не так уж давно. Направо. Прямо по зданию. Ух, хорошо, что в это не ударился. Так, направо. Налево, налево. Так, тут налево и сразу куда-то. Снова налево. Отлично. Ух ты, блин. Вот это я выдал. Феррари туда залетело за мной. Он, наверное, думал, что я знаю, куда ехать. И просто за мной влетел. Это тот, за которым я тогда гнался. Блин, слушайте, я не вписываюсь, он прям... Зараза, подставил. Именно подставил. Своим маневром я прям за ним туда поехал. Он просто вильнул, и все этого было достаточно, чтобы я повелся на эту фигню. Походу, блин, вокруг этого нормально. Стеночка. Объехал. Куда? Сюда, что ли? Офигеть можно. Вообще сразу не понял, куда ехать. О, круг поехал, отлично. Дальше. Думаю, что здесь нужно сразу поворачивать. Так, мы Феррари потихоньку начинаем догонять. Еще столбики все посносили, все начинают путаться здесь, куда ехать. Я, если что, знал, что нужно направо, я просто закладывал в поворот, и это был предел. Нифига прыжок. Чуть Феррари не перепрыгнул, офигеть. Так, сейчас главное не облажаться на повороте налево. А, нет, это не тот поворот. Вон там дальше.
Я, короче, походу еду качественнее него, но ошибок тоже совершаю больше. Опа, ошибся. Чувак ошибся, на автомате поехал не туда. Нифига себе, не финишировали быстро. Я, скорее всего, не успею финишировать. 12 секунд. Да, я не успею. Буквально каких-то секунд 10 мне, наверное, не хватит до финиша. Угу, не успели. Эх, не повезло. Надо было на Мустанге ехать. Все тачки побиты в хламину просто. Блин, двое всего лишь финишировали. Дадут хоть что-то или нет? Я ж как бы 95%. 5% не хватило, мелочь. И запчастей поэтому не дали. А так были бы запчасти. А так нет запчастей. Так. Дорога в Вегас. Звучит интересно. Я так понял, что все походу тоже выбирают по названию. Ого! Блин. У меня все в стоке. Надо быстрее затюнить. Твою ж налево. Только тормоза успел поставить. А чё? У меня ж, по-моему, есть полный тюнинг на них. Или нету? На чём-то, наверное, стоит. Хотя, скорее всего, самое заряженное слева отображается. Чего? Я ещё и ту не выбрал. То есть я на Форде еду? Ну, сейчас меня дёрнут все. Понятное дело, или нужно было бонусы ставить какие-нибудь. Мне кажется, сейчас меня дернут. Если бы был еще Кёнигсек, чтобы мы хотя бы 400 могли ехать, так мы сейчас просто проиграем на максимальной скорости. Кстати, хорошо управляется Фордяк, на удивление. Я на нем еще ни разу не ездил, по-моему. Не знаю, тут светится пробег на нем или нет. Кто-то на нем сомнелся. Ого, у него скорость. Слушайте, они, наверное, запчасти реально устанавливают, которые нужны. Потому что что-то он едет слишком хорошо. Наверное, у всех все одинаково. Просто выбираешь тачку и едешь. Напишите в комментах, кто шарит. Он не должен ехать 500. Он реально не должен ехать 500. Он просто берет и едет. Я до последнего думал, что кто-то через поле поедет. Я, кстати, смотрите, я первый иду, на удивление. Походу, я круизить больше умею, чем ездить по городу. Так, надо подсобирать нетрушку на прямой участок. А, нет, на поворот сейчас будет. Давай, лети, лети. Сейчас поворот будет, сейчас все потратишь. Ого! Офигеть, оба влетели, просто оба сюда влетели. Не зря ни трубку не тратил. Просто вдвоем тупо убрались. Блин, жесть. Фатальная ошибка, на самом деле. Очень много времени потеряли на ней, скорость потеряли еще вдобавок. Но гонка шикарная. Просто вот эта болтанка срабатывает. Ты поворачиваешь раз и убираешься просто мгновенно. Кстати, 50% прошло. Во-во-во. Вот как сейчас было. Прям один в один. Тут главное хотя бы успеть до финиша доехать за ними. Чтобы хотя бы что-то дали. Сейчас приедем на кольцо. Не могу ошибаться. Да, кольцо. Офигеть, я даже не улетел никуда. Я обычно куда-то улетал постоянно. Да, мне их уже не догнать. Разве что если они ошибку какую-то сделают, такую хорошую, то тогда да. А так без шансов, я думаю.
просто все посносили. Так, там сейчас будет поворот хороший. По-моему, я более-менее нормально вписался. Направо. Еще направо. Ого, хороший поворот. А, там уже финиш, понятно. Я явно успею. Мне кажется, что многие успеют доехать. Да, он успеет. Голиат. Это типа Голиаф, что ли? Так, 3.56. Я отстал ровно на 10 секунд от первого. А первый, это, по-моему, тот, который меня обогнал, когда я врезался, и, наверное, и того обогнал. Слушайте, нифига себе, сколько успел. Так, а запчасти будут? То нужно будет тинговать что-нибудь. Форд или я не знаю, что, блин, хотел одну машину, поехал на другой. Жесть какая-то. Так, дальше. Или что тут? 260, ну, блин. А, это легенда. Понял. Авентадор. Нужно, чтобы в такие моменты можно было тачку менять, там выбирать что-нибудь. Кого-то ждем. Так, дорога в Вегас. Мне понравилось. Походу, всем понравилось. Походу, реально всем понравилось. Так, давайте что-то другое выберем. Например, вот это. Я понял. Я успею? Ну, типа, да, наверное, успел. Так, кто-то на Макларене поедет. Я хотя бы выбор хоть какой-то сделал по машине. Я просто на ней привык ездить. Кстати, а Феррари у нас есть из этого уровня? Я бы на Феррари, может, поехал. Слушайте, по-моему, Фордяк пободрее ехал. Непонятно почему. Ух ты, после 400 что-то начинает активно валить куда-то. Наша машина. Кстати, трассу мы запомнили. Тут сейчас уже будет лучший из лучших. Блин, управляется шикарно просто. У меня машина. Четко просто идем. Вот это я лошара. Это ж надо было так тупануть. Третье место. Офигеть. Решил срезать поворот на свою голову. Блин, жестяк. Просто жестяк. Вы чего-чего, но этого я не ожидал. Я думаю, блин, я все трассы знаю, но я сейчас идеально проеду. Просто влетаю туда, в тачку. Если бы она хотя бы сносилась хоть как-то, но нет. Она там как вкопанная стоит. Сейчас надеюсь, что они будут очень сильно лететь и в то же здание влетят в повороте. Может, там поворот хороший. По-моему, это здесь. Я могу ошибаться. Нет, это не тот поворот, слишком слабенький. Где-то посерьезнее должен быть. Может, после этого поворота? Да, но тут только один убрался. Опа, я второй стал. Отлично. Слушайте, по-моему, догоняю потихоньку, непонятно как. Ого. Ого. Офигеть. Как-то еще проехал. Достаточно быстро. Такое ощущение, что у нас другие участники уже.
Это едут плохо. У нас есть шанс обогнать Леонардо, походу. Он прям топит на все, я просто накатом иду и начинаю его дергать. Вместе идем с Леонардо. У нас, кстати, максималка была 447 или что-то такое. Фордяк, по-моему, 500 мог ехать. Нужно бы в следующий раз на Форде ехать дальше. Походу стукнулся. И походу очень сильно. Блин, я сильно затормозил здесь. Сзади летит. Сзади летит, это может догнать, потому что очень сильно тормозился. Так, 400 разогнали, отлично. Сейчас нужно будет поворот правильно проехать этот. Возможно, будет первое место. Супер. Все, первое место мое. Отлично. Фух, слушай, у меня же сердце начало чаще биться. Главное, что успели. Один вышел. Голиаф просто вышел на 9%. Что ж случилось-то? Ничего, так прокатились. Бонусов. Два золотых и три фиолетовых. По-моему, неплохо. Явно это все будет лучше, чем завод. Да, смотрите, у всех одинаковый тюнинг получается. 320. То есть просто тачку выбираешь, тебе ее тюнят на максимум. Так, осталось 8 секунд. 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Мне понравилось. Походу, всем понравилось, и каждый хочет все-таки урвать это долбанное первое место. Давайте на Форде поедем. Хотя у Форда, ну вот, сильно болтает его. Блин, а может все-таки на Кёнигсег дальше валить? Наш ведь хорошо управляется. Едет, единственное, что максималка слабенькая. Так, характеристики хотел дотюнить. Что тут? Что, не слабее повыпадали, что ли? Два фильтра выпало. Всякая фигня. Выбор. Я на той же. Макларен, Фордяк, Бугатти, Кёнигсег. И последнее что-то я завтыкал. Если бы можно было тараниться, я думаю, тут бы никто не выигрывал. Так, сзади меня красный Кёнигсег. Тоже. Так, ага. Две топовые тачки вырвались. Бугатти отдыхает. Нифига себе, все полетели активно. Походу, все начали резко юзать нетрупу, и всех так швыряет, будто они могут между собой тараниться. Прям на равнине. Так, здесь резать не буду, это поворот сраный. Мне уже хватило его. Слушайте, в прошлый раз я пролетел тут лучше. Ну, в смысле, не в прошлый раз, а вот тогда, когда пролетел. Когда по полю выехал. И этим Бугатти. Офигенно поворачивает. Просто офигенно поворачивает. Ничего не скажешь. Ого. Нифига, он пролетел. Вот это было реально круто. Он очень хорошо пролетел. Он именно пролетел. Но дальше он что-то тупанул, потому что я его как бы уже настиг. Я обогнал. Так, я второй. Но второе место меня, в принципе, устраивает. Я пока что на трубку собираю.
Можно чуть топнуть. Но мне нужна для того поворота, там где они будут тупить, чтобы выжать максимум оттуда. По-моему, это он, да? .480. Побили все рекорды. Теперь Бугатти летит вперед. Первый, кстати, хорошо летел. Минус Бугатти. Бугатти, мне кажется, после такого удара из гонки выйдет. Потому что обычно так и происходит. А, у нас два красных. Два красных, походу, двое вышли. Джимми Леонардо. Блин. Засмотрелся на ник. Шестая передача. Слишком много. Нужно было там на пятый ехать. Так, на 4 секунды отстоит. Ну, обогнать не обгоним, но второе место, так сказать, наше. Это любимое. Что за трактор там стоит справа? Нифига не понял. Ого. Так, там он впритык, кстати. Нифига не труху нажал. Если нам тут как бы нужно писаться. Вот, сейчас 300 пролетел. Не так, как в прошлый раз 200. Сейчас гораздо лучше. На 6 секунд уже отстаю. Время-то растет как бы. Он так отрывается. Можно будет другую тачку пробовать. Интересно, о чем он едет. Так, это Джоуман. Джоуман какой-то. Сейчас что-то я вообще плохо здесь проехал. Блин, в ствол. Вот так приехал бы, наверное, с опозданием секунд в 5. Так бы вмазался минус время. Так, Джоуман, на чем же ты? На чем же ты? Интересно было бы узнать. Бугатти Дива. Прикольно. Так, сейчас что-нибудь еще выберем. Интересно, какую тачку взять. А тюнинг, наверное, оставим, потом сделаем. Раз нам и так все запчасти вешают, то как бы пофигу так-то. Реально удобно выбивать запчасти. Главное финишировать, чтобы их дали. Потому что если не финишируешь, нифига не получишь. Нас трое осталось. Двое. Офигеть. Вот так вот. Все свалили. И осталось 50 секунд. Ну давайте подождем, посмотрим. Может еще одну гоночку проедем хотя бы. Интересно будет, если вдвоем поедем, то что будет? Реально поедем? О, новое. Ахнология. Роноа. Хуракан, Прото Леопард и два Кёнигсек. На следующую гонку другую возьму. Опа, вышел. Короче, я один остался из прошлой сессии, так сказать. А, понятно. Я думал, может какая-то, я не знаю, там Формула-1, что ли. Хуракан с неонкой. Все такие модные тут. Диски какие-то стоят. Неоночка. Я, блин, на обычной машине из магаза. Ничем не уникальная. Так, 30 секунд. Слушайте, что время так долго идет? Хоть таймер засекай. Походу обманывают со временем. Немножечко. Так. 5 секунд. Сейчас такие раз и выгнали.
Да ты орешь. Че, серьезно? Зарегистрироваться. Да. Блин, прикольно. Я прям как знал, что нас выгонят. Так, погнали, посмотрим запчасти. Что-то я заблудился. А, нам вниз нужно. Нам нужно вниз. Угу. Супер. Че, потюнил? Характеристики. Так, тормоза. Нормально. Слабенько. Получше уже. Здесь, ну, такое сойдет. Так, тут. Тут надо смотреть, что ставить. На 15% качество трофеев. Лучше вот так. Подвеска. Понятное дело, пусть золотая будет 320. А здесь стоит тоже посмотреть. Ну, хотя я поставлю это. Поэтому можно не смотреть. Максималка 441, неплохо. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.